С 1 января в российских школах детям запрещено использование смартфонов. Взрослых не понять. То они их дарят, то наоборот ругаются, что мы в них много сидим. Я помню, в школе я учился с 98 по 2008 год, и тогда телефоны только-только начали появляться вот у моих одноклассников и ребят из поли старших классов. И тогда они, бывало, сидели на уроках с телефонами и играли. Но, конечно, это запрещально. Здесь должны в школах учиться, не отвлекаться. А вот с 1 января школьникам на уроках запрещают телефоны. Как вы к этому относитесь? Правильно делают, хоть головой думают. Ну, не очень положительно, потому что, ну, родителям позвонить, еще там мало ли что. Сейчас уже все с телефонами в современном мире. Ну, так как я по образованию педагог, но он мешает на самом деле. Он отвлекает детей. От этого и понижается уровень образованности молодежи, потому что, ну, это фактор, который мешает им получать знания. Я не знаю, если честно. Вроде, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, в интернете же много видео, как учителя начинают руку поднимать на детей. И вот в этом случае, как ребенку потом доказать, что такое произошло? Только если в каждом кабинете ставить камеры. Детям можно запретить. В школе. В школе. А почему? Но не дома. Ну, чтобы они не отвлекались, потому что в школе идет учебный процесс. Пока не будут. Мне кажется... Можно запретить. Ну, с одной стороны, это правильно, но с другой стороны, ну, у них даже шанс не будет списать. И я как бы сам постоянно списывал, и меня это спасало только.